Приветствую вас, я предложу вам свой подход к решению проблемы. Не соглашусь я частью с Борисом, потому что кажется мне, что у вас не слияние здесь, а, наверное, все-таки такая преданность своему мужу. Такая вот привязанность к нему. И привязанность нельзя называть слиянием. То есть тут, конечно, нужно разбираться. Вообще говоря, слияние это ретроэкция. То есть, когда человек вот чужие потребности проецирует на себя. Вот если вы потребности своего мужа на себя проецируете, то да, у вас слияние. Но думаю, что в данном случае, как бы сказать, эта ретроекция, она не является чем-то необычным, она в данном случае правильно. Вообще-то говоря, является, ну, неотъемлемым атрибутом личностного роста. Другое дело, что если вы на этом этапе застряли и никуда дальше не двигаетесь, это да, это проблема. Но на самом деле, думается мне, что тонкость вашей ситуации, она более простая. Хотя меня можно обвинить в излишнем упрощении здесь, но тем не менее. Вы ничего не говорите про себя, и, безусловно, меня также интересует вопрос, и почему вы начали работать с психологом тогда, и почему вы перестали с ним работать. Но думается мне, что с мужем у вас просто не получилось все то, чего вы хотите, чего вы хотели бы для себя. И кроме того, вас не устраивает его подход к ссорам, его подход к конфликтам и к тому, как он ведет себя в них. Вам вот это не нравится. И вы чувствуете себя несколько зажатой в этом. И не можете реализоваться полностью. Не можете реализоваться полностью как мать, не можете реализоваться полностью как, наверное, как женщина, как матери вам нужен ребенок, уже вы готовы, хотели бы. А как женщина вы тоже не реализуетесь полностью. Что вы, какую роль вы выполняете с мужем? Роль в основном касается, наверное, ну, действительно, родственные чувства, то есть что-то, знаете, такое вот дружеское. Но никак не интимно и никак не лично. Отдельного внимания заслуживает вас, значит, то, что вы написали, то, что вот у вас не получалось рожать детей, и муж замкнулся. Вот что это значит? Почему муж замкнулся? Почему он стал вообще в себе замыкаться? То есть что, он считает, что проблема в нем? Или он считает, что проблема в вас? Или вы как-то на его самооценку посягнули, как-то задели его, как-то еще? Кажется мне, что здесь имеет место недосказанность определенная. Кажется мне, что здесь есть непонимание между вами. И для того, чтобы это понимание было, ну, собственно говоря, нужна достаточно четкая позиция. Опять-таки, позиция это ваша. И ваша позиция, она исходит из вот чего. Вы хотите детей. От кого? Вообще. Вы хотите детей в принципе? Или хотите детей от своего мужа? Далее. Вот смотрите, какая получается ситуация. Любовник вам нужен, потому что с ним вы удовлетворяете одни потребности. Муж вам нужен для того, чтобы, потому что вы
с ним удовлетворяете другие проблемы. И эти потребности, они никак не связаны с личными отношениями с мужчиной. Вы какого мужчину хотите делать счастливым? Вы с каким мужчиной хотите быть вместе? Просто быть вместе, без каких-то вот проблем, без получения чего-либо от него. Просто быть каким? Вот на этот вопрос вам надо ответить. И, скорее всего, раз вы действуете, исходя из своих потребностей, потому что у вас любовник, у вас муж, вы от него уходили, от мужа, все, то вам не нужен ни тот, ни другой мужчина на самом деле. Вы удовлетворяете свои потребности с каждым из них по-своему. Мужем вы удовлетворяете потребность стабильности и защищенности, а с любовником, соответственно, страсти. И вот это нужно прекращать. То есть на данный момент вопрос выбора не стоит. С любовником у вас отношения вообще не складываются. Там у вас откровенно вы говорите, что есть какие-то негативные моменты, которые вообще для вас неприемлемы. С мужем тоже. И это означает, что ни один мужчина вам не подходит. А вот почему вы все равно продолжаете с ними быть, это уже, я думаю, происходит из-за страха. Из-за страха, например, что вы не успеете родить, хотя вам 29 лет уже. На самом деле женщины рожают в 40. То есть тут момент какой. Если вы хотите именно родить, и вам без разницы от кого рожать, то родить, я думаю, стоит от того мужчины, к которому у вас отношения более открытые, более свободные в интимном плане. Но родите вы, а дальше что? Ребенок это для вас, ребенок для вас что представляет? Ребенок для вас это атрибут социального статуса, личные достижения или результат любви человека? Если результат любви с человеком, то вам необходимо начало этого самого человека. И такого, чтобы он удовлетворял вас полностью. А получается, что вы и с мужем несчастны, и с любовником. Что здесь можно сделать? Здесь можно и нужно проконсультировать вас вместе с мужем по семейным проблемам. Основная цель – это решение конфликтов в иной плоскости, нежели чем игнорирование. То есть, ну, это очень тяготит, когда вы несколько месяцев не общаетесь друг с другом. Почему так происходит, что движет мужем, что движет вами? Этот момент нужно прорабатывать, поскольку именно он изначально послужил, как я понимаю, причиной того, что вы ему, ну, что вы завели любовника. И вообще вот этот вот замкнутость мужа говорит о его повышенной гордости, повышенной самооценке, соответственно, как следствие ранимости, повышенной ранимости. То есть его очень легко задеть, очень легко как-то обидеть, и он обижается, и обижается долго. То есть это долго отходит. Вот этот момент нужно прорабатывать. И только при условии успешной проработки этого момента можно говорить о том, что с мужем у вас отношения сохранятся, что вы видите их на новый уровень. Но и здесь есть риск. Риск заключается в первую очередь в том, что если ваши отношения с мужем поменять, то мужчина это сам уже будет не тот, который был с вами, будет другим. Либо другой человек. И вопрос заключается в том, а вы, вообще-то говоря, готовы к тому, что будете уже с другим человеком, не как бы не полностью с вашим мужем. Если да, то мы на работу, начинать работать. А если нет, то даже лучше не пытаться. То есть вам нужно представить себе, вот в первую очередь для начала, убрать обоих мужчин. Мужчины это в данном случае, как бы говоря, гештальт терминологии. Мужчины это фигура. Первый, второй мужчина это фигура. Что хотите вы? Уберите мужчину. Ваши желания какие? Ребенок, счастье, что? И дальше от этого исходим. Понимаете,
Нет ничего плохого в том, что вы не хотите делать больно своему мужу. Это даже хорошо. Но в данном случае вы вредите себе, своими метаниями. Давайте представим, что вы останетесь с мужем. Вот просто останетесь с мужем. Подумайте. Ну, стабильность, надежность, да. Это важнее. Хорошо. Родить ребенка. Но ведь ссоры-то будут все равно продолжаться. Ссоры, скандалы. Ну как скандалы? У вас не скандалы, у вас игнорирование. Все это будет. И это будет вас делать несчастным. Вновь и вновь. А значит, и ребенка тоже. И вот этот момент если у вас есть желание, проработать. Дальше. А дальше я хочу вам сказать, что вы написали такую интересную фразу, где сказали, что вы боитесь, что любовник, он уйдет от вас. Он уйдет от вас, так же, как ушел от жены. Вы знаете, вот здесь вы воспринимаете позицию с точки зрения эгоцентризма, то есть через призму своих желаний, опять-таки потребностей и стремлений. Это еще раз доказывает, что вы ориентируетесь на свои потребности, стремясь обязательно получить их, осуществить и удовлетворить там, где вы можете. Так вот, мужчина ушел от жены ради вас, а вы своему мужу, вообще-то говоря, тоже изменяете. Духовный план, физический план. Факт, что у вас есть любовь. И знаете, судить людей, говорить, что вот он может поступить так же, как поступил там с любимым человеком, в вашем случае не очень хорошо, потому что вы тоже не очень хорошо поступили с человеком. Вы уже, по сути, его предали. Предали вы его тем, что вы не захотели, допустим, решать проблему. Вы не захотели, когда у вас вот с мужем все было хорошо, да, сесть с ними поговорить как-то, вот, дорогой, вот. Ну вот мы с тобой очень долго не разговариваем, когда ссоримся. Я понимаю, ты так воспитан, у тебя такой характер, ну пожалуйста, давай как-то поменяем, давай к психологу сходим, давай как-то разберем, поговорим, к чему-то придем. Мне это очень тяжело. Нет, вы не стали этого делать, по крайней мере, в письме ничего об этом нет. Вместо этого вы предпочли жить отдельно и, соответственно, завести любовника. И в этом контексте, в этом ключе, как-то особенно странно выглядят ваши слова о том, что вы хотите своему мужу добра. Вы знаете, если вы хотите мужу добра, то вас волнует, значит, его самооценка, его гордость как раз-таки. А это вы у него ущемили. Это вы у него уязвили тем, что любовники у вас есть. Тем, кто не захотели решать проблему. И, собственно говоря, на этом я хотел бы закончить, потому что, думаю, вам предстоит работа. Во-первых, предстоит работа в том, чтобы определить для себя, что вы хотите, как вы воспринимаете ребенка. Во-вторых, убрать мужчин из своего внутреннего поля и посмотреть, если бы не эти мужчины, что бы вы делали, чем бы вы занимались. Далее, определить, собственно говоря, вот хотите ли вы исправить отношения с мужем, потому что они у вас нуждаются в корректировке. Если возможность исправить. Если есть, то нужно исправлять. Работать с вами и мужем, работать с мужем, но исправлять. Если нет, то ни тот, ни другой мужчина вам не подходит. С обоими вы будете в той или иной степени несчастливы. И если влюбились, будучи с мужем, другого мужчину, то значит влюбитесь еще раз. Просто потому, что муж не дает вам того, чего вы хотите. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше.